Кировский историко-краеведческий музей подключился к программе развития туризма. Сотрудники придумали целый ряд мероприятий, которые проходят в домике имени Кирова. Участникам предлагается вернуться в прошлое, в эпоху начала 20 века. Для начала организаторы предложили оценить туристическую программу кировским школьникам и нашей съемочной группе. Татьяна Никуличева и Иван Солодков записались в единую трудовую школу СССР. Окунуться в эпоху 20-30-х годов прошлого столетия может каждый из вас. Например, сегодня наша съемочная группа узнала, что в те самые годы ребята, прежде чем отправиться в единую трудовую школу, должны были пройти некоторые психологические тесты. Как нам поведали экскурсоводы, учеников СССР именно так и проверяли, чтобы собрать в единый трудовой класс. Наука по подходу к развитию ребенка, соединившая в себе основы медицины, биологии, психологии и педагогики, носит название педология. Вначале участникам игры было предложено выбрать себе популярное советское имя, например, Марлен, производное от Маркса и Ленина, или Велира, что означает «великий рабочий». А затем последовали тесты на логику и целый ряд личностных качеств. Вместе с нами их прошли ребята из второй кировской школы. У меня, конечно, было подозрение, что там все было серьезно, но не настолько. Да, весело получилось все. Так отвечать на вопросы было интересно, что-то новое себе узнать и понимать, это про тебя или нет, или все-таки нечестно ответил. А в соседней комнате новобранцы единой трудовой школы учились чистописанию с помощью чернил и пера и даже получали оценки. Сначала было очень сложно, но потом я обустроилась и начала красиво писать. Собственно, у тех, кто пишет хорошо шариковой ручкой, чернильными, пером, тоже не так сложно, да? Ну, думаю, да, по логике. Также сотрудники музея придумали исторический квест. Это еще одна программа с погружением в прошлое. Называется оно «Тайны геологов». И здесь мы предлагаем мероприятия, опять же, для организованных групп, но уже более взрослых людей. В домике мемориале они должны будут, опять же, погрузиться в эпоху 30-х годов, познакомиться с личностями того периода, которые внесли вклад в развитие Хибинского края, и найти, а точнее расшифровать код, который поможет им вернуться в настоящее. Узнать тайны геологов жители и гости города смогут во время новогодних каникул, а вот стать учеником единой трудовой школы можно уже сейчас. Зачисление каждую среду в домике имени Кирова историко-краеведческого музея.